Ну что, всем привет! Сегодня у меня, смотрите, какое красивые пирожки. Пицца, пирожок с яблоком и шанька со сметаной. Всем приятного аппетита! Также сегодня у меня, видите, какая кружечка. Что это с моей чёлочкой? Так, кружечка. Наливаем кофеёк. Сегодня у меня... О, какая вкуснотища. Вот. Не знаю, вот хотела еще кильки поесть. Не знаю, думаете, стоит, не стоит? Или жирно будет, а? Жирно! Сейчас думаю. Как тебе открываешься ты? О. Ой-ой-ой. А как пахнет-то, девочки. А рыбка-то какая. Давайте пиццу кусим. Как вкусно. Ну-ка, ты еще красотка не стухла. Так. Твои шикарные. Сейчас мы ее разделаем. Когда-то она плавала. Вот. Сейчас, короче, девки, поем. Сейчас Ирина Сергеевна пожует, пожрет и поедет в гости. Ой, какие у нее это кишки. Молоко маленькое, представляете? Вкусно. Очень вкусно. Килька. Мы ее разделаем. Думаете, куда я в гости поеду? К милому. Да-да-да. Он меня пригласил. Екатериночка Сергеевна. Ладно, он меня так не называет. Он меня называет малыш. Малыш. Я говорю, что тебе надо? Он говорит, приходи ко мне в гости. Я говорю, хорошо. Малыш. Понятно, да, вам? Малыш. Ох. Могу поужинаю и приду. Он говорит, можешь роллы заказать. Я говорю, закажи. А мы пиццу возьму. Вкусно. Блин, как потом не обписаться? Не обпиться, так ведь? То опьюсь. Ой, упала рыба. Ну что, мы с ней справимся. Он говорит, какие роллы будешь? Я говорю, Филадельфию. О, прикиньте, кишки. Вот эта рыба. Вот так вот. Он должен все время 5:30, 8 часов приехать за мной. Вот так вот.
Он говорит, в кино, говорит, съездим. Я говорю, давай. Он говорит, в ЕКБ. Я говорю, хорошо. Ну, что бы и нет. Пицца и рыба вообще вкусно. Что тебе мусор надо? Рыбку хочешь? Я тебе дам кишки в бочке. Ну так вот. Что-то она не особо разделываться-то хочет. Кошмар. Рыбка. Ну, кто-нибудь бы сказал, что да, надо с картошечкой. Ну, не хочу. А сегодня еще один низкокалорийный ужин ждет. С роллами, так что... Как-то так. Малыш, говорит, пошалим. А я говорю, посмотрим. Малыш. Ой. Рыбёха. Вот кто-то с головой ест, а я не ем. Нахер надо с головой? Щуплицы, щуплицы. Блин, представляете, где-то килька это... Раньше водилась, да. А сейчас она Киринке в желудок упадет. Вот как-то так. Тут голову оторвешь, кишки вытащишь и что? Ничего не остается. Чтобы сюда лучка. Ну что тебе надо? Что ты? Ну ты же не будешь ее есть. А не знаю, думаю, кошка не едят соленую. Ну так вот. Солененькая. Блин, Иринке надо еще собраться. Еще 2.7, все. Хватит, то потом обопьюсь рыбой. Жирно, да, будет, как вы бы сказали? Жирно, жирно. Ну что теперь? В нашей жизни ничего не жирно. Все жирно. Гыд. Чё ж мне там это...
на тренера. Любимыч не пишет больше. Все, что ли, надоело? И тебе от мамы привет. Ей тоже пламенный привет. Вот так вот. Или да есть, а? Что тут 4 рыбки осталось? Мелкий, правда. Ну и хер с ним. Слушайте, надо, а? Они были бы немного покрупнее. То есть какая-то мелочь. Но эта девка такая вкуснота. Угу. Обалденно. Съешь меня, съешь. Он говорит, съешь меня, ну съешь. Он говорит, не буду я тебя есть. Капусты квашеной не хватает. Яму. Ну, это бы с черным хлебушком, да с масиком. Ну ладно. Без черного хлебушка, без мазика. Вот это вообще какая-то друсня. Маленькая друсня. Твои красивые шары. Еще осталось 2. Надо воды запастись, короче. Понятно, да? Мария, кстати, привет. Мария сказала, Маньку украдет. А меня, Мария. О. Короче, у нас вчера ходили в магазин. Там, короче, привезли какую-то рыбу. Копченая. Короче, какая-то копченая, не помню кто. Что за крокодил за рыба. Ну, говорят, такая вкусная. Говорит, это Лариска говорит, с картошечкой, говорит. Говорит, ну одна рыба где-то рублей на 300 вытягивает. Ну, там такая приличная рыбеха. А обжраться можно.
Не знаю, тут это... Я руки помою. Ну что, вот я. Короче, рыбу я съел. О, будем кофе. Да. А чтобы руки рыбам не воняли, надо фейри мыть. Понимаете, да? Ну что, приступим к яблочному пирогу. Очеревки, это вообще такая вкуснятина, смотрите. А шанька, смотрите. Шаньку со сметаной. Так что не забываем писать комментарии. Почему у Ринки такая маленькая кружка сегодня? А, это что, молоко? Это рыба? Угу. Ну, сейчас я пойду, выставлю себе, поешь. Эх, Виталик где-то. А какие вкусные пирожки. Пирог. Ой, яблоко тонко порезано. Так что как-то так. Кушаем и худеем. Пироги-то, это же вы думаете, что на муке? Нет, конечно. Это на диетической муке пироги-то. Понимаете, да? Что скоро сяду в машину, а ремень не сойдется. И что делать, а? А так-то знаете, какой штраф? Да не пристёганный ремень. Понятно? Так что вот. Чтобы есть и худеть, надо правильно, девочки, есть. Ну, ну там, что вы там? Да? А вы там ничего не едите и не худеете. А пишите, ой, я похудела за 2 недели. 3,5 килограмма. Ты что, посрать сходила хорошо? Ну, как-то так. Я вот 2 дня капусту ела. Ох, девки. Я съела в капусте. Знаете, что было потом? Я думаю, вам лучше не знать. Надо будете знать, как говорится.
скоро состаритесь. Ой, 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 ой. О, любимый звонит. Так, жутко. Ну вот и я поговорила с милым. Он сказал, говорит, Иринка, малыш мой, пирожков мне положи тоже. Я говорю, хорошо. Хорошо, говорю, зая. Говорит, теща, говорит, моя будущая. Он говорит, сегодня говорит, такие пирожки пекла. Я говорю, да. Понимаете, да? Саня, вообще вкусно. Так что, как-то так-то. Соскучился, бедный. Ну, сейчас на работе. Скоро уже все. А работа заканчивается. Работает до 8. Ну, полдевятого где-то будет тут. Ну, так вот. Так что, девочки, мальчики, все, я, кажется, поела. Санька вообще бомбическая. Пицца. Мама мия. Особенно с рыбой. Сейчас бошки отдам кошке. На улице надо выйти будет, отдать им головы. Ничего, яку им хватит. Нормально. Пускай едят. Да? Вся Муська. Так что все. Всем пока. Пишите свои добрые комментарии. Что-то вообще в последнее время не пойму. Что это с Ютубом? Глюки у него какие-то происходят. Понимаете? Вот так вот. Так что все. Пишем свои добрые комментарии. Подписываемся на канал. Вам не трудно, а мне приятно. А что еще? Ну не забываем на колокольчик, чтобы серая кнопочка стала серой. Ну как-то так. Чтобы красный колокольчик стал серым. Все. И я поел, попил. Ой, было вкусно. Еще вечером роллы поем. Ну, на ночь глядя. Ну, а так, всем пока.